между мной и фанатами — любовь. Стадион — это наша спальня. Ну а сцена... Сцена — наш траходром. Конор for real спас индустрию звукозаписи. Конор секси! Как только вы его увидите, вы с уверенностью скажете, он звезда. Этот чувак, он пробьет потолок. Это Конор! Голограмма Адама Левина! Дорогущая такая! У Конора сейчас на зарплате 32 человека кормятся. Конечно, Конор окружает себя доступными людьми. Я забил! Да ты забил, чувак, забил! Что это за неведомая ебота? Это твоя новая шляпа! Выглядит как подарок на днюшку от Оптимуса Прайма. Дерево — моя страсть. Вот эта маска — это я. У Джастина Бибера есть белиберы, а у меня мои канареша. Распишись на сисях! Лучшие фанаты в шоу-бизнесе. Это идеальная работа, но в свободное время я угораю по дефибрилляции. О, круто, я обосрался. Не в этот раз. Я добиваюсь того, чтобы Конор был повсюду. Как кислород, как гравитация, как клиническая депрессия. Он везде. Сюрприз, голбоящер. Тут целая деревня пахать должна, чтобы я казался охуенным. Озвучил Валидол. Вступи в группу ВКонтакте, я тебя там уже заждался, братиш.